Всем привет, с вами Фокса и очередной репортаж с фермы. Ну, я сейчас сразу зайду, наверное, к Грегу. Так, посмотрю, что он мне предложит. Растительное для шахты. Хорошо, так, а где же мне искать сегодня подарок? Подарок. Так, проходим, смотрим. Так, это не он. Мне это 23. А мне нужно 17. А, вот он. Вот все, я нашла. Куда этот сапог деть, не знаю. Мне нужен опыт. Я сейчас стремлюсь заработать больше опыта, чтобы быстрее переходить на следующий уровень. Я отказалась от скачек. Вот на этой неделе решила поучаствовать, потому что иду на скачки. Вот они. Значит, что здесь нужно сделать? Вот видите, собрать несколько линий. Что я здесь могу такие простые сделать? Вот мех собрать, шахта, паровоз, вот одна линия. Так, в общем, я буду брать не сильно большие задания. Я без фанатизма. Вот смотрите. Всего 12 штук нужно собрать в шахте. Вот я беру это раз. Сейчас я не буду сильно заморачиваться. Так, мне нужно 12, да? Значит, сейчас 4 раза. Раз. Два. Три. Я не буду тратить алмазы, я не собираюсь проходить куда-то дальше. Я просто, чтобы получить приз. Вы видели, да, там нужно собрать сколько-то рядов бинго в достижениях. И все, вот, ну, видите, выполнил одно задание, я скоро дальше не буду, сейчас посмотрю. Ну, понятно, что сейчас второе, но я не буду переживать, даже если у меня будет 15 место. Так, что здесь у меня есть? Доска для бинга. Давай откройся, пожалуйста. Значит, так. Рыбалка, помощь, огурцы, рубашки, поезда, мех. Есть что-то здесь такое? Ну, помощь, ну, это слишком много, я не хочу. Рыбалка много. А вот помощь 15 штук. Ну, это я возьму, буду выполнять потихоньку. Все, так, теперь это я убираю. Поезд я оставлю. Рыбалка сколько здесь? О, 106 килограмм. Да нет, это слишком много. Так. Насколько я знаю, там могут поезда на парни взять, поэтому я поезда оставляю, пусть выберет то, что мне больше нравится. Теперь я отправляюсь в долину. Так, что тут у меня обращение колеса? Надо посмотреть, что будет для того, чтобы еще дополнительное получить. Так, ну всего-то ничего. Так, покормить помидоры. Так, все, ладно. Буду ждать парохода, тогда займемся. Так, что у меня здесь? Вот видите, какой развод. За алмазы нужно покупать топливо. Не, я это не хочу. Доставка. Ой, куда она идет? Обратно. Ну и так. Что здесь? Я иду сюда. Может, сюда. Лучше здесь. Здесь всего два. Так, еду я сюда. Так, мне вообще надо больше всего зеленых набирать. Так, что здесь? Я просто хочу добраться к заповеднику. У меня вот двое животных в машине. Видите, вот две заполненные точки. Достиг заповедника. Заповедник где-то вот тут. Видите, где лапка. Так, смотрим, что у меня здесь. Яйца. Ну, тут совсем мало. 9 этих самых. Тут гораздо больше мало дается.
Ну, я пока использовала все свои запасы бензина. Что-то у меня получилось. Что я сегодня ни одного задания не выполнила. Какой ужас, какой ужас. Так, ну все, тогда я возвращаюсь, потом заработаю жетоны и вернусь сюда. Точнее, вращение колеса заработаю. Так что здесь дополнительные ускорители. Ну все, надо ждать пароходов. А, тут я уже смотрела, что я выиграла. Так, я сейчас покормлю животных. Пойду в город, посмотрю, кто-то ко мне приехал на поезде. Кого-то надо покормить, Потому что я там потратила свои продукты, помогала тоже с поездами. Хороший способ зарабатывать баллы. Конечно, больше всего опыта дается за загрузку автомобиля. Пароход, но пароход как-то разные продукты требует. А в городе, ну, получается, что разные можно использовать. То есть не так тяжело обслуживать посетителей города. Приезжали, так, кто у меня здесь, из которых есть, кому надо. Так, отправим в пляжное кафе. Так, я здесь пока не расширила, только кинотеатр и закусочную. Так, я пока отправляю там, где дольше обслуживается. Так, все, или кто-то еще ко мне должен приехать. А, вот, приехал поезд. Отправляем в гостиницу. Смотрим. Так, кто тут у меня еще остался? Сейчас им всем все раздадим. Ну, конечно, надо же будет накормить животных. Тоже хоть чуть-чуть, но опыт идет. Ой, только я не знаю, а есть ли у меня корм для них? В общем, вся проблема. А, да, это очень интересно. Сейчас проверим. Видите, здесь уже по 4 места у меня. Так, все, я иду сюда, посмотрю, что у меня. Ага, ой, мне корм нужно готовить. Ну все. Возвращаюсь, пособираю, что тут все производилось. Мне надо будет запускать что-то в работу, все. Так, что здесь? Так, я, кстати, возьму хлеб, посмотрю. Мне хлеб пока не надо, но она проверит, может, не надо будет. Вот сколько опыта сейчас у меня идет. Так, скоро цифру 500 я пройду. Так. Здесь. А, кто сейчас, почему мне никто не помогает, а? Ладно, так. Соберу здесь все. Так, ну и я сейчас по-быстрому запущу что-то в работу. А, вот надо. И пока все. Так, здесь у меня все в жопе. Здесь тоже чай.
очень любят чай. Вот опять вот надо сделать раз, раз, два, три. Все. Так что здесь у меня осторожно сделаю три штучки пасты и чуть рисовой лапши. Так, ну, получается, что так, а вот тогда мед. Так, меда мне пока не хватает. То было много-много, а теперь не хватает. Вот так часто получается. Так, вот почему я не хотела запускать что-то в хлебной лавке. Так, ну, меда у меня закончился. Это последнее, что у меня было. Так, что же мне здесь лучше запустить? Ладно, запущу пока так. Здесь все хорошо. Соусы. Так, надо проверить, что я тут могу сделать. Наверное, я запущу майонез. Может, там он пойдет еще на салаты. Конфеты. Значит, я сейчас пока не буду ничего запускать. Потому что, может быть, мне понадобится какие-то конфеты еще сделать. Так, здесь, ну, ага. Здесь я могу показать только такой браслет. Супами здесь у меня. Так, все полностью сделано. Думала, тут могли конфеты понадобиться. Видите, пока, ага, значит, у меня эспрессо. И нужно будет еще горячий шоколад сделать, одну порцию. Здесь все по 10. Так, вишня, ежевика, яблоко, малина, вишня, яблоко, ежевика. В общем, всего запущу, пусть производится мороженое. Так, ну, меда у меня нет. Вот нужно еще мед. Да. Так, ладно, здесь у меня. Сейчас пока не буду. Это мед, когда что-то сделают, я добавлю. Так, что здесь мне делать? Так, виноградный один. Так, я пока полностью не загружаю, я потом все загружу. Просто смотрю, вдруг что-то понадобится еще ставить в очередь. Так, ну понятно, что хлеб. А, кстати, я еще полностью не посмотрела здесь. Так, здесь у меня все. Что я запускаю хлопок. Так, а что здесь у меня? Ага, вот я запущу сразу одеяло делать. Все остальное пока пусть постоит. Вот. Что у меня здесь? Рыбы не хватает, надо будет половить. Так, ну пока пусть отдохнет. Мед нужен, да? Ну ладно. Так, ну вот здесь они сами работают. Вот соберу чай. У меня там заканчивался. Да, я так понимаю, что для вращения топливного колеса там мои помощники кормят животных, наверное. Зарабатывают. И тоже хорошо, видите, за меня работают. Так, ну смотрите, я сейчас пока посею кукурузы, чтобы было, и засею пшеницей. А пшеницу я засею для того, чтобы сделать корм для животных в заповеднике. И на этом с вами я сегодня прощаюсь.